Послушайте, когда вокруг все плохо, и вдруг на соседней улице происходит праздник, с вашей улицы большая часть людей пойдет смотреть на этот праздник. Просто потому, что в сердце всегда остается место для чего-то светлого, чистого, что бы ни происходило вокруг. И если люди, особенно люди, которые в данный момент не находятся на территории политического, военного или конфликта, а просто постоянно находятся в этом информационном шуме, насыщенном какими-то негативными событиями, они просто устают от этого, и они хотят, чтобы им показали что-то радостное. Маленький ребенок — это радость. Королевская семья — это сказка, это мы знаем с детства. Для нас всегда это ассоциируется не с политикой, нет, не с какими-нибудь там иконами стиля, как пытается нам навязать папарацци. Королевская семья — это всегда сказка. Принц — это сказка вдвойне. Если маленькому ребенку исполнился годик, и этот ребенок является принцем одной из самых известных и находящихся на слуху стран, это всегда интересно. И всегда хочется увидеть эту картинку, увидеть человека, у которого жизнь, по мнению большинства, просто безмятежная. Ну как мы себе представляем жизнь принца или принцессы? Это же бесконечная череда, если не праздника, то как минимум праздного времяпровождения. Ну, не будем скрывать, да, мы уже всегда часто, люди всегда думают, что кому-то там живется легче, интереснее и ярче. Ну, в общем-то, может быть, это действительно отчасти так. Конечно, почему не обсудить день рождения принца? Мне кажется, это очень мило.